Нетуристический маршрут. Новосибирцы проехали по Западному Китаю на велосипедах. За время путешествия познакомились с местными обычаями, кухней и стали героями самых необычных историй. Анатолий Харитонов с подробностями велопрогулки по Поднебесной. Из Новосибирска самолетом до Урумчи, дальше на поезде и, наконец, автобусом в труднодоступные районы Поднебесной, до точки старта. Поселка Тикес, что в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе на западе Китая. Часть маршрута по отрогам Тяньшаня в жаркие дни, в долинах. Марево и пыль искажают контуры горных цепей, создавая эффект парящих вершин. Потрясающе красивый, но не туристический регион. Акции протеста, межнациональные конфликты, теракты. Впрочем, местные жители радостно встречают велосипедистов, кормят, ни в чем не отказывают. Кричим там, сисе, салам алейкум, все сбегаются, там, начинают крутить наши велосипеды, смотреть, там, коврик, вот он, это вызывает сразу понимание, что на этом спят. Для них это все очень интересно, не знаю, наверное, впервые они это все видят. Пограничники менее дружелюбны. За велосипедистами слежка. Сзади человек на мотоцикле. Останавливаются новосибирцы, и он тормозит. Докладывает о перемещениях чужаков. В Тибет наших земляков не пускают. Без сопровождающего и специального разрешения властей туда нельзя. Участники экспедиции идут на хитрость. Отъехали мы от поста примерно километр вниз. Свернули в боковую долинку. И там сели. Тихо, чтобы нас никто не видел. Дождались мы 12 часов ночи, взяли велосипеды, отдельно рюкзаки на себя повешали. И этот пост ночью обошли по высоте, по склону горы, без фонарей, не шумя. Экстремалы прошли деревню и услышали лай собак. Впереди еще один блокпост. Пограничники бежали навстречу. В итоге новосибирцев вывезли за пределы тибетского региона. На этом инцидент был исчерпан. В день путешественники по асфальту проезжали около 100 километров. По пустыням и горным тропам намного меньше. Однажды экспедиция преодолевала перевал. Под ногами грязное месиво. Накануне лил дождь. Не проехать. Наверх только пешком, челноками. Сначала несли рюкзаки, потом велосипеды. В итоге за сутки миновали всего 5 километров. И вот на горизонте еще одна достопримечательность западного Китая. Розовый каньон. Там скалы пахнут карамелью. Позже в долине голодные и уставшие наши земляки встретили пастуха. Мы все были голодными. Вот я бы просто попросила, ну, сказала, что нам хлеб. Вот. И он без проблем, то есть, достал свою лепешку, и были самые вкусные лепешки, которые были вот с мясом. То есть. За 28 дней по пустыням, горам и равнинам они проехали 1000 километров, осознав, что в китайской глубинке русский турист не пропадет. Анатолий Харитонов, Александр Кабукин, новости ОТС.